крутую игру и научиться чему-то новому. Как тебе разминка? Мне отлично, очень понравилось. Надеюсь, что все будет интересно, и ребята что-то вынесут из этого. Что мастер-класс для них чем-то запомнился, не просто встреча, да, там с игроками, а именно какими-то упражнениями, какими-то там комментариями. Для этого есть сегодня тренер Олег, который даст свое профессиональное упражнение и оценку. Будет много упражнений, в основном все на ноль, быстрый прорыв, раннее нападение. И все в этом духе. Мы просто будем помогать, так сказать, находиться в какой-то такой коммуникации с ребятами, вот что-то подсказывать, но больше быть такими же, например, участниками, как они. Эмоции колоссальные у ребят, если обратить внимание, глаза горели. Здесь сама обстановка. Во-первых, профессиональные тренеры, все, то есть они реагируют по-другому. Делаем те же самые упражнения вроде, да, но здесь эмоции другие, выкладываются по-другому, где-то усложнили. Пока сложно в плане мозговой активности. В целом все легко. Просто нужно понимать, что делать, и реагировать на сокомандника, и все. Интересно очень. Я думаю, что ребята в первую очередь были рады пообщаться, сфотографироваться и, конечно, потренироваться. Никита принимал активное участие, то есть был момент борьбы, и, к сожалению, моя команда в конце уступила на эстафетах, но ничего страшного. Для меня это в первую очередь общение с ребятами, потому что за время этого мастер-класса, да, в течение часа чему-то научить в баскетболе очень сложно. Тренер Олег показал какие-то базовые вещи, да, ребята старались. Для меня и Никита это все-таки больше общение. Пообщались с ребятами, как они учатся, в каком классе, какие достопримечательности есть в Воскресенске, как туда добраться и прочее, прочее, прочее. Это просто здорово. Описать это словами, наверное, вряд ли можно, если не заглянуть и в их глаза, когда их видишь каждый день. То есть ты знаешь, как они выглядят, и видишь, как они сейчас реагируют. Эмоции, у меня эмоции, у ребят эмоции. Огромное вообще спасибо за все это дело. И клубу ЦСКА спасибо огромное. Ребятам, которые все это посодействовали. Да? Увидеть глаза детей вот именно в этот момент, ну, мне кажется, это самое дорогое. Москва!